Что такое икота? Икота – это защитная реакция организма. Когда мы икаем, у нас периодически одновременно резко сокращаются межреберные мышцы и диафрагма. Это сопровождается резким сокращением грудной клетки и, стало быть, резким выдохом. Но при этом также происходит закрытие дыхательных путей, отчего пути выдыхаемого воздуха проявляются препятствия. Именно от этого появляется характерный звук икоты. Резкое сокращение мышц при икоте также связано с раздражением блуждающего и диафрагмального нерва. Именно они контролируют дыхательную деятельность этих мышц. Чаще всего это может быть связано с общим переохлаждением, перерастяжением желудка после слишком обильной трапезы или же с долгим пребыванием в неудобной позе. Также икота может быть признаком панкреатита и нарушений в головном мозге. Не болейте, до новых встреч, берегите себя!